По постановлению главы Ленинского района Сергея Кошмана, в декабре прошлого года в городе Видное на въезде в деревню Тарычево началось строительство нового водорегулирующего узла. Его запуск должен избавить поселение от нехватки питьевой воды. Об этапах строительства объекта в репортаже Юлии Погосян. Город Видное уже давно нуждался в дополнительном водорегулирующем узле, но его строительство на протяжении многих лет откладывалось на потом. И вот свершилось. Новый объект будет рассчитан на 40 тысяч кубометров воды. Строительство планируется завершить к 2016 году. Оно будет проходить в два этапа. Первая очередь – это резервуар на 20 тысяч кубометров жидкости и производственно-бытовой корпус. Город строится, то есть все сети, ничего не там, только частями реконструируются. Мы как бы хотим тем объектом сделать то, чтобы для всех как бы хватало воды в районе 90%. Все задействованные в работах люди – профессионалы с многолетним стажем. Строители поставили перед собой задачу выполнить объект качественно, чтобы водорегулирующий узел прослужил на благо горожан многие десятилетия. Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.